Всем привет, друзья, и вы на канале Вася Пупкин. И сегодня у меня челлендж 24 часа в кафе у друга. И мы будем за ним следить. Мы, короче, снова собрались, сейчас пойдем на улицу. Пойдемте. Без точки или выбьешь ему ребро. Так не положено. По очереди положено. Там написано более трех человек. Это подъем. Сейчас прочитаю. Строго запрещено подниматься на площадку более трех человек. Еще голову себе сломали. Где вы были раньше? Одновременное катание более трех человек. Прочитайте и потом говорите. Ну и читай. Строго запрещено. Начало читай. Одновременное катание более трех человек. Да. Одновременно. Строго запрещено одновременное катание. А вы трех человек. Бестолочь. Ну сама ты бестолочь. Интересно мне знать. Вот это? Пятерки, ё-моё. Ну что ты? Ну в отличие от вас, да, такой работы. На пятерке работы. Да, на пятерке. Две фонарики поставили, да? Вот переезжай. Я подожду его. А зачем? А мы вместе прокатимся. Ну ты вообще дебил, что ли? Более... Оп,
я на вас заявку подам в суд. Подай. За то, что вы обзываете. А у меня все на камеру записано. Да, все. Да вы очень хорошо записываете. Ну. Коль ты не понимаешь, что. А вот вы... Вы нас дебилом обзываете! Вот это правильное катание. Вот катайся хоть, пока не примерзнешь в жаре. Подай, подай. Давай. Прям сию минуту. Все, звоню, звоню. Зачем мне? 8-800-555-5335. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Ага, правильно. 8-800. Сиди, простатит заработаешь. На снегу. Это не ваше дело. Я буду сикать много. Вы что-то я писать захотел. Простатит, простатит. Это много или мало? Простатит, простатит. Это много или мало? Больше трех человек нельзя кататься, три можно. Можно телефон в залог дать? Мы не берем залог. Ну давай, помогите ключи. Давай. Помогите ключи. Ну а на следующий день будет телефон. Вова, короче, у Вовы отжали телефон. Вот. Я бы их не пустила, потому что они катаются бомбой. Нет, его не надо, мать. Да, потому что по сети безопасности, нам сказали, если кто-нибудь соблюдать, прямо там узнать катание. Потому что на вас глядя, смотрят и без другие. Нет, они 7-8 класс, зачем нам это брать? Им надо в турист ехать уже. Ну пусть катаются, но и самое, соблюдайте правила, мать. Потому что это не все. Они так ты один скатился, один скатился, другой скатился. Вот, написано. Ну так, там написано. Да, ну вот, не более трех человек. Не, ну не написано. Не более трех человек. Это подъем на гору. Это подъем на гору, смотрите. Это подъем на гору. Да, что же запрещено? Не катание, а подъем на гору. Они просто гуськом по 15 человек смотрят. Нельзя, нельзя, нельзя. Ничего нельзя, 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 нельзя. Нельзя. Напал, бесстыжий, а? Как ты можешь так оскорблять? Иди катайся. Это, короче, Матвей, это Игорь. Ну и давайте прощаться. Всем пока. Удачи. Вова.